Обзор маленького кемпера. Кемперы бывают всякие, знаете. Это для тех людей, у кого маленькая семья или молодежь, или которые любят больше романтику, знаете, не с телевизором там и с кондиционером ехать путешествовать, а действительно почти что с палаткой, только на колесах. И в то же время со всеми удобствами. Здесь тоже, между прочим, есть все навороты, и отопление, блин, и туалетик, и души. Все на свете, и кушать можно, готовить, видите, газовые баллоны, все, и аккумулятор впереди, то есть всегда у вас энергия будет, хоть от газа, хоть от электричества, и к розетке можно подключиться на стоянке, если по стране путешествуете. Но в то же время очень легкий, таскать его может даже минивэн или SUV, как их здесь называют, ну, типа джипа, да, Sport Utility Vehicle. И сегодня мы немножечко покажем и расскажем, как этот кемпер собирается. Я тут пошу, как, блин, не знаю кто, блин, глину таскаю, потому что у меня мост просел. Ну, работа тяжелая, а я человек старый, чтобы мотор не остановился, я иногда делаю передышки. И вот между делом вот покажу вам, как вот эта херня разбирается и собирается. Сейчас. Вот она крепится на таких четырех ушках. Крыша. Вот так вот. Раз. Чик, все. И зафиксировано. Четыре ушка здесь. Вот мы их откинули, сейчас прошли вокруг все четыре. Там есть такая волшебная ручка. Мы ее все втыкаем и начинаем сандалить. Крутить. Как нам понять, до каких пор маслать? А вот здесь есть такая зеленая вот веревочка, допустим, у этого кемпера. И смотришь, когда она тянется, можно сжать ее одной рукой. Ну, в принципе, наверное, все, хватит. Так, а сейчас мы его раскидываем. Раскидывать его тоже дело минутное. Где-то здесь вот есть вырез, вот такая вот веревочка, вытягиваем, вот. Вытянули до конца, идем как палатка, сейчас изнутри там раз, все разложится, когда спишь, чтобы не упасть, здесь две подставки есть, сейчас мы их найдем. Должны быть все одинаковые, взаимозаменяемые как-то. Да, вот здесь есть заусенец, а где-то здесь есть прорез. Вот он прорез. Оп. Так. А здесь есть заусенец. Да, раз, и все, вставили. И то же самое с другой стороны, и все, и потом могут два человека здесь спать. Могут три. Оп. Все дела. Все, вот эта сторона зафиксирована. То же самое с другой стороны. Сейчас пойдем изнутри. Поставим ее. Ну все дела, теперь только ходи, улыбайся, замочки тут закрывай. Открывай. Есть, между прочим, две железки вот здесь так ставятся. Фиксатор, чтобы эта штука внезапно не упала на тебя, когда ты спишь или что. Ну просто для постраховки, хрен его знает, да, вдруг там тросик лопнет или что. Материал добротный, сделан как кожа. У меня был один такой с 79-го года. То есть, представляете, ему 40 с лишним лет. И эта херня не порыпалась, ничего. Ну, специального делают, все равно хорошего качества, я считаю. Мягкого такого. С годами не это самое. Ага. Ну и потом вот идем здесь замочек как раз вниз. Цапка. И для красоты. Вот так вот еще. Это на липучках все тут дело. Я не знаю, там сзади пропускается или впереди. Наверное, впереди. Чтобы эту железку не было видно. Ага. Не знаю, все вам видно, все понятно, нет?
Вот так вот дешево и сердито, элементарно. Приехали раз-раз. Смотри, сколько у вас человек. Это, знаете, здесь два человека могут спать, здесь два человека, если у вас там семья, дети. А если вы молодежь, просто парочка, что обычно происходит. Можно здесь просто, знаете, стол опускается, и потом на него подушки эти накладываются, и то есть здесь можно спать. Когда покушал, потом уже раз можешь ложиться спать. То есть не обязательно раскладывать. То есть в пути просто чик-чик-чик замаслал его, поднял наверх. Вон, видите, как впереди вот эта железяка, дуга такая, ее вперед. Раз туда. И потом здесь вот эту вот поставил. Вот она вторая лежит для этой же стороны. Можно вторую разобрать и поставить. Есть шторки кругом. Есть, вон, видите, наверху вытяжка, то все. Свет есть. Ну, все полно. Дверь вот здесь откидывается. Будет у вас полноценная дверь внизу. Что еще? Что еще? Розетки, то все. А вот эта фигня, наверное, вам будет интересна. Сейчас покажу. Сейчас покажем. Все покажем. Без утайки. Все по-честному. Расскажем и покажем. Это тугамента. Вот так вот. Очень сложно так делается. Вот так вот берется, так поднимается. Там надо что-то молиться немножко, наверное. Ножку откинуть просто. Видите? Какая красота. Я поднимал, наверное, видели, да? Воду подключил, то есть если на стоянке где-то стоишь, воду подключил, свет подключил, все, горячая. Холодная вода у вас есть. Вот это вот прикольная штука. Кушать, варить, видите? Две конфорки. А если на улице или ветерок, еще чтобы сбоку там это не задувало, ни то, ни сё. Вот эти вот штуки, чтобы пламя это не задувало. Даже здесь ограничить есть. Ну все продумано, все до последних мелочей. Все красиво, газ баллон у нас впереди, значит, вот еще одна розетка. Здесь полно тумбочек всяких. Ой-ой-ой, домкраты всякие есть, коловороты. Все, что хочешь. Все, что надо и не надо. Это какой-то столик. На улице столик можно. Знаете, прикольно, вот так на улице так раз его и присобачил. Сейчас мы вторую сторону тоже разложим, чтобы красиво было. Нарьё, блин, канолевые еще этикетки все, видите, все это. Оки-доки. Пойдем дальше. А нет, железяки. Вот эти железяки, про которые я говорил. Сейчас мы их поставим. На них даже все написано, расписано. О, блин. А, с той стороны одна остается, одна здесь. Видите, я поспешил, закрыл это все, да? Пойди эту порнографию. С понтом мы грамотные, с понтом мы знаем, да? Чуть-чуть похоже. Не очень, но похоже. Вот теперь похоже, все. Чики-чики. Без другой стороны такая же фигня. Представляете, вот такой вот этот стопор. Товарищ майор, несмотря на проезжающий по автотрассе трафик, Ефрейтор Шурбанов, этот самый хороший палаточный, это домики собрал по уставу, все как положено за это 8 минут. Короче, собрал, все нормально, все отлично, можно спать уже один половина. Вторую половину потом будем собирать, товарищ майор. Все так, это, хорошая машина, короче, такой. Ну и вот так вот выглядит этот кемпер в разобранном виде. В разобранном, говорю, в собранном, блин. Наверху твердая крыша. Хоть град, хоть все. Кругом сетки от комаров, абсолютно кругом. Видите, меленькие сетки, никакие комары, ничего не попадут. Ага. Ну, здесь впереди, как я уже говорил, да, есть это подключение воды, слив воды, подключение электричества, выхлоп отопления, если включить отопление газовое, и всякая-всякая фигня, да? Так. Здесь запасное колесо, вот этот столик сбоку на улице, видите, вот две розетки на улице, поставил музыку, поставил плитку здесь, и балдей. Заходим внутрь, дверь опускается вот эта, и будет тогда у вас одна высокая мощная дверь. Здесь на липучках все, она закроется. Так, что мы еще не показали? Вот эта вот кровать, видите? Вот, пожалуйста, уже матрасики все есть. Два человека могут спать спокойно, да? Поднимается. Все. Простенько. Ах, да, внизу еще там
хорошо закрыть, чтобы никакие комары ничего, чтобы ветерок не поддувал. Тоже все это есть. Все это делается. Шторочки. Вытяжка. Ну что, сало, оно и в Африке сало. Вот эта печка отсюда тепло дует. Все дела. Ах да, холодильник надо. Вот он. Такие холодильники. Во всех кемперах они работают или на газу, или на электричестве. Так, вот этот автоматический регулятор. Если отопление включил, и, допустим, температура опустилась там до 10 или до 15, он чик автоматически включит, нагонит ее до 18, 20, до скольки хотите. И все будет хорошо, будет тепло. Но здесь можно сидеть, балдеть. Как я уже сказал, здесь можно на эту перемычку положить еще. Одну доску и тоже могут спать здесь. Люди, если так это... Видите, вот это вся эта общая эта площадь. Положить стол здесь, накрыть его этими подушками, и будет, то есть, еще два места. Там два человека, тут два человека, и тут два человека. Охренеть, правда? Такой вот кемпер.